Данелия Тулешева продолжает готовиться к детскому Евровидению, которое пройдет 25 ноября в Минске. После победы в национальном отборочном туре у юной певицы и ее команды появилось очень много дел. Это и работа над песней, над образом, съемки клипа. Жизнь Данелии Тулешевой стала еще более насыщенной. Совсем недавно она снялась в клипе на песню «О зене сен», которая принесла школьнице победу на национальном отборочном туре. Кстати, иметь свой видеоролик – это одно из условий участия в детском Евровидении. Я еду, во-первых, за огромным опытом, ну и, конечно же, за победой, потому что я думаю, что именно на каждый конкурс нужно ехать с такой целью. Я жду еще огромной ступеньки в мое будущее, в мою будущую карьеру. «О зене сен» – очень сильная песня. Она в полной мере раскрывает вокальные данные Данелии. Акцент сделали именно на этом, чтобы показать весь диапазон и всю палитру ее голоса. Нужно очень много предоставить материала ЕВС до того, как мы приедем уже непосредственно на финал. Но мы на самом деле работаем, у нас очень большая команда, в том числе и команда Хабара, которая нам помогает в процессе подготовки. Данелия всегда очень естественно ведет себя на сцене. В свои 12 лет она знает, как правильно преподнести тот или иной образ. За этим стоит очень большой труд, а еще семья, которая всегда ее поддерживает. Они всегда переживают очень сильно, они всегда ее ждут. И когда мы приезжаем с конкурсов, они всегда ее так окружают своим вниманием. Впереди у талантливой певицы 2 месяца упорных репетиций. А еще надо выбрать режиссера-постановщика, доработать песню, чтобы достойно представить Казахстан, который впервые стал участником детского Евровидения. Анастасия Валикжанина, Эдуард Кон. Итоги дня. Алматы.